Как дела? О, нормально, да, нормально. Тебя что-то плющит, по-моему. Нет. Эта неделя очень-очень насыщенная. Сегодня иду на работу ровно на 3 часа раньше. На 4 часа даже. Хочу записать саксофон. Много треков готовых накопилось. Так что сегодня студийная работа. Запись саксофона. Если останется время, запишу еще голос. Новые песни. Много новых песен, если честно. Ну что, студия готова. Мини-студия. Сейчас начинаю записывать. Куда надо было, не сюда. Да, 3-4, раз, два, 3-4, раз, два, четыре. За 3 часа записал 5 треков. Губы отваливаются. На сегодня хватит. Надо еще работать. Сейчас мы идем качаться. Мы сегодня будем заниматься не в зале, а чисто на улице. Воркаут. Воркаут, да. И пофиг, что жарко. 40 градусов. Это вырабатывает выносливость. Качаемся под басту. Офигенный трек его новый, Сансара. Он, кстати, собрал 35 тысяч человек в Олимпийском. Сегодня у нас четверг, и у нас в гостях Дюша Метелкин. Здравствуйте, всем привет, привет! USB здесь, здесь все, Никита, Стас, Кена, Турбо и Дюша Метелкин. Но здесь сегодня не все, здесь только Дюша Метелкин. Здорово, армяна-заменитель. Чё, как ты, ара-имитатор? Новые версии
Илья 7+, по всем показателям обходит своих конкурентов. Samsung Galaxy Buy и Pay-Warbian – это вчерашний день. Илья 7 и Илья 7+, это будущее кавказской кухни, и оно не за горами. А в январе следующего года мы презентуем вам еще более инновационный продукт. New Хачапури Лодочка. Watch. Hatch Watch. На 16, 64 и 128 яиц. Собираем Юлиана. Он уезжает. Ребят, застрянем, не понимаем. Куда же мчится время, куда? И почему мы за ним бежим? И не успеть ко мне скорей. Я умоляю тебя, сожги. Теряя мысли, надеемся, но мы почти не на пополам. Люди, зачем? Давайте все обнимем! Мои, все мои. Все, такси будет через 3 минуты, давай. Обязательно все мне скиньте, все, что насняли, потому что я не снимал вообще ничего. Ты что, на Лехухи едешь? На Мерине, на брат, пойдем на Мерине, на Арзе приедем. Братик, где мой коньяк? Все, провожаем. Юлиана. Все, помчали. Давай с Богом. Все, Юля, долетишь, сам справишься, сам справишься. Юля, не забудь вещи, только умоляю, такси. Я всю парковку.